Сегодня 22 января 2019 года. Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном-любитель, первооткрыватель переменных звезд, автор собственной научной статьи об открытии исследований одной из них. Я нахожусь в поселке Южно-Морской Приморского края, на своей малой родине. К огромной моей беде, с 23 января 2017 года я вынужденно скитаюсь из-за невозможности безопасного и беспрепятственного проживания в своем единственном жилье в городе Москве, в комнате номер 2, по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, квартира 210, в коммунальной квартире. И из-за невозможности беспрепятственной продажи данного моего единственного жилья. Помогите мне продать мою комнату, чтобы я мог купить себе иное жилье, безопасное для проживания, для занятий наукой и астрономией. В данной комнате осталось все мое астрономическое оборудование, все мои личные вещи, все мои телескопы. Помогите мне.